И снова здравствуйте, мы продолжаем нашу практику. Первая практика была по дыханию и по звукам хюмей. Сейчас к этим звукам хюмей мы добавим еще один звук, называется стиль каргара. И по ощущениям этот звук похож на Звук верблюда, либо катящийся каменный такой поток, каргара, какие-то вот курумник, такой, как будто передвигается большое э, количество камней, вот этих вот таких вот такая. каменная река, каргара вот это вот можно так э, ассоциировать этот звук, э, либо как медведь поет. И есть несколько способов, есть несколько техник, которые можно использовать для того, чтобы э, было интересно заниматься обертонами. Э, я рекомендую придумывать себе образы для того, чтобы было самому интересно звучать. Например, если я э, беру верхний каргара... Я как будто бы вычищаю этим звуком такую стеклянную чашу или такую вот какую-то чашу. Ну, я могу представить, что я этим звуком прочищаю что-то. И знаю, что абертоны работают как, эм, ну, как э, цвета радуги. Если представить цвета радуги в звуке, то это как раз и будут абертоны. То есть мы, э, если бы обертоны можно было увидеть а вот в таком э, образе, я могу их передать как радуги. Как раз они бы представлялись как переходы от цвета к цвету. И вот эта вот ступеньки, абертональный звукоряд, который мы используем, он существует везде. В данном случае стиль каргара. Мы к обычному дыханию. пускаем его и... Можно его и заново-заново подхватывать, пока есть ощущение желания петь. Как получить вот это ощущение? И правильного смыкания. В каргарак правильное смыкание – это точное гласное. Если вы точно гласно произносите букву А, О, У, у вас получится точный звук. Нужно просто в него упереться хорошо. И звук на зубах звучит. язык это еще одна фишечка такая которую использует николай мой мастер николай уржак и когда вы звучите можно использовать как форму рта здесь так форму губ и форму языка то есть язык нам помогает сформулировать тоже воздушный поток направить и э, сейчас я использую стиль каргара э, это такой я бы его передал как стиль сочетания стиля Хьюме и Каргара на потоке воздуха. Что это значит? То есть я звучу... Завелся бертон. Я его услышал. И потом на него уже нанизываю вот этот прием. И уже с этим можно работать, можно тоже заниматься э, практиками по освобождению э, спины, практика по освобождению живота. Здесь полезно, когда вы звучите э, телесно себе помогать расслабляться. То есть в, в школе у нас в школе есть такое упражнение, называется медведь. Ой, 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 Мишка накушался меда и переваливается сбоку на бок. Ой, ой. сколько чисто будет звучать ваш э, звук, это зависит только от того, сколько времени вам нужно, чтобы к этому звуку привыкнуть. Когда долго не поешь, э, щекотит в горле и кашлять хочется, особенно поначалу, это нормально. Но те, кто поют, э, есть такая особенность, я сам э, зажатый пел раньше, то есть зажимал звук, сейчас я его стремлюсь освободить, чтобы он э, как будто выливался и от зубов отражался и звучал красиво. Вот. Поэтому, когда вы звучите, звучите на выдохе с ощущением расслабления, не с ощущения схватил и держу, а с ощущением выдоха потока, тогда ощущение в, в теле будет совпадать с э, переживанием. Ой, как будто я, ой, хочу отдохнуть, ой, наелся, да, Равчик. Ой, с миндалем. Ой, рабчик с миндалем. Ой, ну еще какой-то там был. Там блю какой-то там. Ой, и чем больше впечатлений, ой, они все растут. Ой, говоря про образы, ой, насыщаемся. Ой, все больше и больше. Ой. И так вдохновиться можно. Получилось. Следовательно, мы сами себе задаем волну пение помогает самого себя настроить, я это знаю точно. И э, с, э, когда хочется напивать какую-то музычку, обязательно ее стоит напивать. Если вы умеете мурлыкать что-то, мурлычите себе под нос, это э, один из э, самых божественных талантов, которые есть у человека, звучать. Поэтому я считаю, что э, каждый человек может это делать, каждый человек может себе доверить свой звук и, и импровизировать и делать это так, чтобы получать от этого удовольствие, то есть получать удовольствие от своего голоса. Я за это. Поэтому... Ищите в ищите ощущении каргара, когда занимаемся, ой, вот такой кафец ой, ой, но очень точно я звучу форму, да, то есть я чувствую зубы, как у меня передние зубы прямо звенят, как мембраны, и они очень точно, как два инструмента, между собой создают вот это вот ощущение звучания. Как будто между зубами есть вот это электричество. Именно это электричество звенит. Поэтому в любом стиле, в каком, кем, э, чем бы вы ни занимались, это может быть джаз, это может быть э, горловое пение, оперное пение, это может быть э, какая-то попса или рок-музыка, панк-музыка, что угодно. Э, самая эффективная форма звука это точное гласное. Если вы чувствуете, что голос звенит, значит, вы точно и гласно произнесли. Это очень легко проверить с помощью абертонного пения В точной гласной звенит звук В неточной гласной он как будто бы матовый, он закрытый И это то же самое происходит в организме То есть можно с, свой э, аппарат, голосовой аппарат Он состоит не только из нашего горла Но и с целиком, все тело является нашим вибрирующим инструментом То есть кости, полы, они жужжат И наша голова точно так же является вот этим, ну просто частью тела И вот это вот все, главное, чтобы она не перевешивала то есть в нашем пространстве творчество э, самое любопытное, что э, творчество делает себя само. стоит просто немножечко себя так э, в сторонку все свои знания куда-то отложить и практиковать. и когда практикуешь что-то новое постепенно приходит. и я когда обучаю тоже постоянно учусь. я рекомендую тем, кто учится и тем, кто постигает абертоны э, попытай, как бы сделать сделать такой шаг, объяснить кому-то, что вы делаете звуком показать. То есть если, вы, если вас тема цепляет, вы можете это попробовать, экспериментируя, и попробовать стать понятными. Эээ, то есть не опираться на точку зрения других людей, а сделать это звуком. То есть сам по себе звук абертонный он мажорного склада, он положительный, он воздействует на людей и на животных э, гармонично, э, благодаря тому, что он создан по определенному гармоничному звукоряду. Можете полистать, погуглить где-то есть книжки Джонатан Голдман "Целительные звуки". Он как раз разбирает по структуре звука, как гармоники располагаются друг от друга и э, сравнивает это в построению с строение в построению с допустим, с цветами там или с… Ну, любая природная вот эта вот штука, улитка, они все по-фибоначи вот так вот строятся. И обертоны точно так же, на таком же расстоянии, как у улитки там шея располагается, этот домик, кольца. Вот точно так же кольца обертонов располагаются вокруг нашего основного звука. Это, это проявление гармонии. Когда мы звучим, мы эту гармонию сами в себе вот так рождаем. И э э если бы я давал задание сейчас, я бы дал задание такое… Вы когда э, звучите, чтобы вы не пели каргара или химей, но на этом удобно позвучать, э, сделайте руки вот так. Если вы можете вот так сделать, когда вы поете... Это состояние будет ваше. И это может быть просто звук. Э, если э, вы возьмете... Шире руки может быть неудобно. Если вперед руки, у вас будет такой вот поток ограниченный. Я рекомендую... Приходит мягкость. Это... Вот такой левелап. Наверное, это практика больше для тех, кто уже поет, но думаю, что э, это будет полезной информацией для тех, кто только-только знакомится с миром горлового пения. Желаю, чтобы ваши э, попытки были наполнены сердечно, и вам нравилось то, что вы делаете удачи практикуйте освобождайте свои, свои ручки позвучите свободно на хюме или просто на, на, на обычном звуке как э, я лично смог бы вам это передать сейчас я просто что вот удаленно могу сделать какую практику могу вам вот так вот сейчас сгенерировать э, такая вот у вас будет в качестве э, самостоятельной работы итак каргара кто готов берите звук каргара и экспериментируйте с открытыми руками наверху это комар. <music> Или моторная лодка. <music> Либо снизу вверх и опускаем вниз. <music> как дети играем в машинку. У вас обязательно получится. Вспомните себя детьми. Мы все это делали в детстве. Удачи.